Итак, начнем мы наш конструктор мимишный с бабочки. Для чего сейчас я взял цвета этой бабочки? Так, делаем покрупнее. И начнем с того, что сделаем крыло. Так, взять надо инструмент карандаш. Сделать такую вот ходку. Так, сделайте ее черной. На 3 пикселя пока. Так, взять инструмент сглаживания. Вот это место поправить. Не нравится он. Но благо карандаш есть такая функция интересная. Он вот так прекрасно справляется с этим. Есть какой-нибудь косячок. Вот так. Тут еще. Хорошо, получилось. А теперь мы сделаем следующее. Мы зальем. Возьмем вот эту обводку сначала. Мы ее загрузим в буфер. Ctrl-C. Да? А теперь зальем не черным, а красным. Где у нас красный? Вот она. Так, и обводку, конечно, удалим. Обводка нам не нужна. Так, хорошо. Следующим номером нашей программы мы копируем. С помощью Alt-а. В общем, мы сейчас введем сначала Ctrl-F. Вот он. Он нам потребуется немножко попозже. Поэтому мы его сейчас наверх. А здесь мы сейчас сделаем Ctrl-C, Ctrl-F. И покрасим это дело в поле светлое. Так, хорошо. Теперь уберем выделение. Вот так. Берем какой-то другой цвет. Такой вот, к примеру. Далее круг. И делаем такую красивую какую-нибудь такую вот. Вот так. Как у бабочек тут на конце вот так. И выделим обе. Теперь уже эту и вырежем красное. То есть вот то, что должно было получиться. Хорошо. Следом мы делаем следующее. Мы берем опять карандаш. Инструмент карандаш. Мы берем этот цвет. Вот этот. Ну, правда, это контур надо брать. И начинаем тут рисовать прожилки у бабочки. То есть вот так. Сразу сделаем побольше. 3 это, наверное, много. Хотя, ну, потом посмотрим. Сюда. Оп. Да. Угу. Так, и пару полосочек здесь, таких, которые ведут сюда, и вот сюда, и отсюда вот сюда. О, кривая нам не нужна, вот такая нам нужна. Хорошо. Далее мы сейчас возьмем эти. Нет, вот, чтобы не мучиться, мы сейчас вот так возьмем. Раз, два, три, четыре. Превратим это в, так, в обводку. И теперь скажем разделить.
Вот, выделим все. Так, разделить. Разделили. Ну и вы видите, разделили на эти. Теперь мы возьмем. Просто удалим здесь. Мне хочется, чтобы очень чисто было все сделано. Я даже здесь уберу лишнее. Опа, нет, здесь не придется, не придется убирать. Здесь мы скажем теперь, все это можно будет, наверное, соединить. Нет, нельзя будет соединить. Так, а почему она у меня удаляет вместе с краской? Странно. Не должна быть. Ну, ладно. Ну, сейчас это тоже. Если я попытаюсь соединить, он соединит все. Хотя нет. Теперь объединил. Все, отлично. Вот так. Далее мы возьмем теперь красочку. Где у нас красочка? Вот эту возьмем, желтенькую пока. Кисть возьмем. И возьмем вот эту. Откроем кисти. Маленькую, тут желтенькую только сделал. Кисточку. Так, обводка мне не нужна. Нет, это надо, обводка не нужна. И попытаемся здесь сейчас нарисовать такие вот прожилки, пробелки, какие бывают у них. Если нам покажется это маловастенько, ну, мы сейчас чуть побольше прибавим. Скажем так, до 90. Окей. Применить к мазкам. Отлично. Так, ну и теперь, в принципе, можно взять нашу обводочку и потянуть ее на место. Сказать ей, что ей нужно быть на первом плане. Перевести и подогнать аккуратненько. Так раз. Раз. Все. Вот мы с вами сделали одно крылышко. Это крылышко мы можем сейчас все собрать, объединить. Вот так. Группу. Разобрать, сделаем оформление так. И, скажем, в группу. Для чего? Для того, чтобы, нажав Alt, мы получили сразу же еще одну, которую можем разворачивать и ставить, допустим, вот сюда. Ну все правильно. Вот сюда мы ее поставим. Так. Выводим как нужно. Прекрасно. Теперь ее можно отключить, вот эти две, и сделать уже вот эти два крыла побольше, которые. Ну, это мы пропустим, потому что здесь то же самое. То же самое, единственное, добавится пару кружочков, и цвет вот здесь другой будет. Остальное все то же самое, поэтому пропускаем. Ну, вот такие крылышки у меня получились, бабочки, да, нормально все. Теперь займемся тушкой, займемся следующим образом. Я сейчас сделаю следующее. Выделю это все, сгруппирую. И теперь Ctrl Ctrl V. Так. И одну из них я сейчас в стороночку уберу. А вот из этой нет. Вот эти мне не нужны. Вот это только мне нужно. Я сейчас объединю и сделаю один файлик. Для чего? Ну, вы знаете для чего. Да, для того, чтобы мне можно было, допустим, я сейчас
сделаю вот эту тушку бабочки, да? То есть я вот так ее сейчас сделаю. Угол пока не трогаю. Так, заливаю каким-нибудь сереньким пока. Так вот, серенький цвет. Хорошо. Кладу ее на монтаж ниже, переложить назад. Так, это я говорю, что монтаж вперед. Хорошо. Выделяю обе. И отрезаю. Великолепно. То, что нужно. Далее я могу сразу же сделать подсветочку. Каким образом? Таким, что ее сделать светлее. Вот так где-то. Вот так, да. Далее Ctrl-C, Ctrl-F. И верхнюю сделать потемнее. Окей. И теперь просто-напросто воспользоваться теми же самыми кружочками, только другого цвета. Вот так. И сделать здесь такую вырезку. Выделяем это и говорим, что обрезать. Хорошо. Так. И делаем то же самое и здесь. Выделяем то и все. И говорим вырезать. В итоге у нас получилось вот такое. Но я хотел бы поменять вообще-то цвета. Вот это сделать светлее. Где у нас тут? Вот так. А эту часть потемнее. Вот так. Так. Ставим на место нашу бабочку. Смотрим, чтобы она стала точно. Так как мы отрезали с ее копии, это вообще без проблем. Она должна остановиться. Так, и монтаж сделать на передний план. Все. Вот она. Вот она здесь стоит. Единственное, что нам осталось еще голову приделать. Голову мы сделаем наверх, на самый. Вот так. Вот так вот. И поступим с ней то же самое. То есть сделаем вот эту часть более светлой. Для чего мы сейчас ее скопируем. Ну, поступим точно так же, как вот с тушкой с этой. Ну вот в итоге мы получили такую бабочку. Сейчас мы ее проверим на все слои. Так, вот эти два слоя выкинем. Вот это один верхний слой выкинем. Вот это у нас подложка. Так, эти нам тоже как бы сейчас пока не нужны, в сторонку их. И занимаемся этим. То есть сейчас мы ее объект разобрать, оформление, скажем.
Так, и проверяем на нет ли у нас чего здесь лишнего случайно. А вдруг? Да? Так. Теперь мы с вами сделаем следующее. Файл, сценарий, и вот Extension Select, я его люблю. Открытых нет. Путей 3. Вот это 3 пути. А, понятно. Подсказал нам, что это надо разобрать. Все разобрали. Еще раз. И тогда у нас не будет никаких проблем, ребят. Так, еще раз группирую это дело. Группировать. Отлично. Еще раз файл. Сценарий. Extended. А, вот у нас один. Ага. Закрыть. Так, вот этот у нас был, да? Да, все. Теперь не осталось ни одного. Красота. И бабочка у нас готова, в принципе, может летать. Единственное, что, вот я сейчас еще раз разберу объект, разгруппировать и посмотрю. Так, вот этот. Ну, в принципе, можно так оставить. Опять же, сгруппировать. И на этом бабочка у нас будет готова. Первое можно использовать. Ну, а дальнейшее, в принципе, вот смотрите, если убрать вот эту, это будет вид сбоку, правильно? Вот это. И потом еще вот, если проложить вот это сюда и вот сюда, будет вид спереди. А, то есть этого мне вполне будет достаточно. Что я сейчас и сделаю. То есть вот у меня появились такие бабочки. И если я сменю вот здесь систему вот эту цветовую, то появится уже другого цвета. То есть в зависимости от этой палитры. Так, ну я думаю, что еще может быть один из видов. Попробовать или два вида таких сделать. Но это позже уже. То есть первое звено для конструктора готово.